Национальное телевидение продолжает расширять телевизионную аудиторию. Сегодня канал вещает практически во всех городах и районных центрах республики. При этом большую роль играет качество и количество транслируемых передач. Программа постоянно обновляется. Сегодня в эфире национального телевидения в основном идут программы, которые мы создаем нашими своими собственными силами. Ну, надо сказать, что мы показываем не только наши программы, но у нас есть еще так называемый закупной контент. Во втором полугодии этого года этот контент должен качественно поменяться, в лучшую сторону, конечно же. Поэтому мы сейчас начинаем работать с новой фирмой, с новым поставщиком этого контента. Значит, в этот контент входит как интересные, популярные документальные фильмы, программы для детей и молодежи, мультипликационные сериалы. Ну и самое интересное, пожалуй, это сериалы и фильмы, созданные в свое время как советскими производителями, так и российскими кинопроизводителями.